Между тем, по информации сайта «Ведомости», за первый квартал этого года кинотеатры России показали 102 фильма, и только 31 из них отечественного производства. По подсчетам аналитической компании Movie Research, сборы российских картин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились почти на 13%, а их посещаемость на 14%. По мнению аналитиков, хорошие показатели по сборам за первый квартал вытянули зарубежные картины. Самым кассовым иностранным фильмом этого периода стала экранизация одноименной книги «50 оттенков серого». А самая кассовая отечественная лента – мультфильм «Три богатыря. Ход конем». А вот какие фильмы предпочитают смотреть саратовцы – российские или зарубежные? Мнение горожан выслушала Екатерина Ковальчук. Мне в кино интереснее зарубежные, да. А вот русские не очень. Но как-то они обычные, их можно дождаться и в интернете потом посмотреть. Вот. А чем зарубежные больше привлекают? Спецэффекты. Там интереснейший сюжет, все совсем по-другому, не так, как у нас. Хоть какое-то разнообразие. Сюжет лучше, смысл больше. Сюжет более сбалансированный, чем в наших русских фильмах. Сценарием и игрой актеров. А отечественные почему нет? Ну, они, мне кажется, не умеют снимать в последнее время. Раньше фильмы намного лучше были. Ну, которые отечественные, они и про любовь, и про войну наши умеют снимать. И какие-то комедии, я не знаю. А в последнее время, ну, вообще ни о чем. Отечественные. А почему? Как более приятно, потому что зарубежный юмор не всегда понятен. Напоминает, что надо стоять за свою родину и, ну, просто любить ее.